to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Все, юнит, выезжайте. Юнит 1, код 1-1. User left your channel. Юнит 2, код 1-1. Юнит 1, движемся по року Эскаланта, направление западное. Сменили направление на северное, движемся возле Лос-Антрос полиции. Выехали в район The Emerald Isle, движемся в западном направлении. Код 1. Юнит 1, движемся по району Old Ventura Strip, в южное направление, код 1. Движемся, код, юнит 1, движемся по центральному шоссе. User was moved to your channel. User left your channel. Что-то происходит с рацией. Движемся по центральному шоссе, южное направление. Код 1. Юнит 2, движемся по району Пилигрин, код 1. Юнит 2 куда-то пропал. Так, мы едем по своей дороге. Мы патрулим по своей дороге. Юнит 2, двигаемся по восточному Юлиусу, плавно меняем направление на запад, код 1. Юнит 1, движемся по центральному шоссе на юг, код 1. Юнит 2, движемся по южному Юлиусу, направление запад. Юнит 1, движемся по центральному шоссе. Юнит 2, код 11.55, мы находимся у таможни ЛВ, преступник на серый, на, да, серо-синей машине, двигается по южному Юлиусу в западное направление, сейчас выехал на встречку, направляется к 26-му шоссе, нет, сменил направление, преступник развернулся на 180 градусов, едет по южному Юлиусу в восточное направление, справа от нас сейчас будет таможня ЛВ, проезжаем таможню ЛВ. Энза, почему стоим? А, нет, заехали на таможню. Встречная полоса, вы не видели. У нас координация на преступника, почему стоим? Движемся по мосту, который соединяет Лос-Сантос по 25-му шоссе. Повторяю, преступник на синей машине. Он в маске, мы не разглядели его госномер. Повторите ваше направление. Мы движемся по 25-му шоссе к городу Лос-Сантос. Едем по своей полосе, а точнее по левой стороне. По левую сторону своей полосы, сменили сторону на правую. Преступник все еще движется и не подчиняется. Так, преступник сменил свое направление. Сменил свое направление на восток. Едем по встречной полосе. Заехали в опасный район. Повторяю, преступник на синем автомобиле. Сейчас мы находимся в районе Ласка Колинас, сменили направление на юг, сейчас мы находимся в районе East Los Santos, да. Движемся по железнодорожным путям, сейчас мы находимся на Красном мосте. Объявите о решении юрисдикции в федеральную рацию. Потеряли преступника. Всем юнитам код 14. Юнит 1, код 14. Юнит 1, код 14. Я понял. Юнит 2, двинемся по району Джефферсон, северное направление, код 1. Юнит 1, движемся по 25-му хайвею, возвращаемся до Сан-Торрес. Северное направление, код 1. Юнит 2, заезжаем на 25-й хайвей, северное направление, код 1. Юнит 1, движемся по южной автостраде имени Юлиуса, направление восточное, код 1. Юнит 2, также двигаемся по 25-му хайвею, направление север, код 1. Юнит 1, движемся по центральному шоссе города Лас-Вентураса, направление северное. Юнит 2, движемся по южному Юлиусу, направление восток. Юнит 1, код 1155, преступник на черном автомобиле, остановился, код 3.
Мы находимся возле казино Калигула. Нет, преступник пытается скрыться. Движемся по центральному шоссе города Лас-Вентурас, направление южное. Преступник движется по встречной полосе. Срочная помощь. Направление южное, центральное шоссе. Вижу. Продолжаю координацию, движемся на запад, сменили направление, точнее, на запад, движемся по казино, возле казино 4 дракона по 226-му шоссе. Едем по 226-му шоссе. Беру южного... координацию на себя. Мы едем по Южному Юлиусу, сейчас будем заезжать на 25-е шоссе. Беру координацию на себя, Блэкфилдский перекресток, движемся по встречной полосе на запад. Движемся по 26-му хайвею, по встречной полосе, по правую руку от нас карьера, точнее шахта, западный, движемся на запад. Продолжаем. Попытайтесь разглядеть гусь номера. Въехали в Кейн Интерсепшн, сменили направление на северное, карьер Хантер, приехали в пустынный округ. Гусь номера 26, не уверен, берите координацию на себя. Юнит 2, преступник двигается по району Боун Каунти, едет на Белом мосте, который соединяет Лос-Сантос. Преступник двигается в направлении восток-юг, юг-восток, короче, на Белом мосте, на 7-м шоссе, сменил направление на восток, на 46-м шоссе. Мы сейчас в районе Хамптон-Барнс. Преступник въехал с 46-го шоссе, едет по внедорожью. Сейчас мы в районе Red Country. Преступник заехал в район Монтгомери, двигается, сменил направление на восток, также по району Монтгомери. Двигается на север, еще один раз сменил направление на восток, еще на север. Преступник продолжает двигаться по Монтгомери и делает какие-то непонятные движения. Вышел с Монтгомери по неизвестной мне шоссе, заехал на внедорожье. У нас каскадер, он, оказывается, прыгнул. Сейчас мы едем по... преступник заехал на 25-й хайвей, по-моему, который соединяет Лос-Сантос с Лас-Вентурас. Сейчас он направляется к таможне ЛВ. Повторяю, преступник не подчиняется, и он на черном автомобиле, марки Сламба. Сейчас он едет по внедорожью возле казино 4 дракона. Сменил свое направление на север. Сейчас мы едем по главной дороге города Лас-Вентурас. Направление север. Преступник едет по встречной полосе. Он остановился, вышел из машины. Он бежит к казино. Все, он зашел в казино. Все мнения там код 14. Юнит 1, код 14. Движемся по центральному шоссе города Лас-Вентурас. Направление северное. Юнит 2, движемся по Южному Юлиусу, направление запад, Клады. Юнит 1, движемся по центральному шоссе, направление северное, код 1. Юнит 2, плавно меняем направление на север, сейчас будем заезжать по Западному Юлиусу, направление север, код 1. Движемся по центральному шоссе города, докладывается Юнит 1, движемся по центральному шоссе города Лас-Вентурас, сменили на район казино Изумрудный остров, движемся на север, сменили направление на запад, движемся за Эмеральд Исл. Юнит 2, движемся по Западному Юлиусу, направление север. Юнит 1, движемся по недалеко от 25-го хайвея в восточном Ред Сансе. Код 1. Юнит 2, движемся по Северному Юлиусу, направление восток. Код 1-3, заедем починиться. Юнит 2, код 1-3, причина заправка. Юнит 1, код 14. Движемся по восточному Рецансу, направление северное, резко сменили направление на западное, движемся по восточному Рецансу, западное направление. Юнит 2, код 1-3, едем чиниться. Юнит 1, движемся по западному Рецансу, направление южное, сменили направление на западное, движемся в жилом квартале.
Юнит 2, сейчас мы находимся в районе Red Sand East, код 1-3, едем чиниться. Аэропорт, Юнит 1, движемся возле аэропорта Лас-Вентурас, проехали больницы города Лас-Вентурас, сменили направление на северное по западам Red Sands. Юнит 2, код 14, сейчас мы находимся в районе Red Sand East, направление юг, код... Юнит 1, западный Red Sands, движемся в северное направление. На нашей машине только что чуть не произвели нападение два непонятных человека. Мы проехали дальше. Юнит 2, движемся по... Не перебивайте, пожалуйста. Код 1. Юнит 2, движемся по району Las Venturas Airport, направление запад. Юнит 1, движемся по восточному Red Sands, направление северное, код 1. Юнит 2, движемся по району Blackfield, южное направление. Юнит 1, код 1-3, причина заправка. Юнит 2, движемся по району Green Glass College, направление восток, код. Юнит 1, код 14. Движемся по казино Изумрудный Дракон, направление западное. Юнит 2, движемся по Южному Юлиусу, направление восток, код. Юнит 1, движемся по казино Изумрудный Дракон, сменили направление на северное, движемся в север, возле северной автострады имени Юлиуса. Юнит 2, движемся по Золотой Аллее, направление север. Сменили направление на западное, движемся по жилому кварталу Придкл Пайн, код 1. Юнит 2, находимся в районе... отеля пиратов, направление восток, код 1. Юнит 1, Prickle Pine, направление западное, код 1. Юнит 2, движемся по центральной дороге города Лас-Вентураса, направление север. Юнит 1, движемся в районе Prickle Pine, направление южное, сменили направление на восточное, код 1. Юнит 2, движемся по районе Old Ventura Strip, направление восток, код 1. Юнит 1, движемся по недалеко от северной автострады, заехали в западный Red Sands, направление восточное, движемся по западному Red Sands, сменили направление на южное, код 1. Юнит 2, движемся по восточному Юлиусу, направление юг. Юнит 1, движемся по западному Red Sands, направление восточное. Код 1. Юнит 2, движемся также по восточному Юлиусу, плавно меняем свое направление на запад, также заезжаем на южный Юлиус, код 1. Юнит 1, движемся по восточному Red Sands, направление восточное, сменили направление на южное и движемся по центральному шоссе города Лас-Вентурас, код 1. Юнит 2, движемся по Южному Юлиусу, направление запад, код... Юнит 1, движемся по казино, рядом с казино Морская Звезда, район Starfish Казино, направление восточное, сменили направление на северное, код 1. Юнит 2, движемся по 26-му шоссе, справа от нас шахта, направление запад, код 1. Юнит 1, движемся по казино Морская Звезда, восточное направление, извиняюсь, едем недалеко, код 1. Юнит 2, движемся по 7-му шоссе, справа от нас шахта, спереди нас деревня Форт Карсон. Юнит 1, торговый центр Ручей, направление западное, код 1.
Юнит 2, деревня Форт Карсон, направление запад. Юнит 1, заехали в торговый центр Ручей, в тупик, возвращаемся, но на западное направление. Надеюсь, водитель сейчас проедет на 226-й хайвей. Сменили направление на, на южное, движемся по южной автостраде имени Юлиаса. Юнит 2, движемся по 7-му шоссе, слева от нас нефтебаза, направление север, код... Юнит 1, восточная автострада имени Юлиаса, движемся по 226-му хайвею, то есть Юлиаса, южное направление, код 1. Юнит 2, движемся по 7-му шоссе, направление север, код... Юнит 1, код 1155, лихач заскочил прямо на нашу машину, движемся по восточной автостраде имени Юлиаса, северное направление. Преступник остановился. 226 хайвей, восточная страда имени Юлиаса, недалеко от Себел Рейн Ярдс. Энза, трафик стоп. По встречной полосе. Энза, трафик стоп. Энза, трафик стоп. Энза... Сзади. Автомобиля. Требуется выписать штраф. Преступник использовал магию. Иллюзионист. Сейчас. Юнит 2, код всем юнитам, код... Юнит 1, код 14, движемся в восточной автостраде имени Юлиаса. Код 1-3, сменим водителя. Юнит 2, код 1155, видим два нарушителя, оба на синем фургоне, они сейчас едут по району Пилигрин, северное направление, мы рядом с суши-баром, справа от нас суши-бар, преступники сменили направление на север, также справа от нас суши-бар, они заехали на суши-бар, и да, они заехали на суши-бар. Мы берем этого, вы берите другого. Код 104. Все, они забежали в суши-бар. Код 2020, по нам стреляют. Уходим. Уходи. Код 4, код 14, юнит 1, движемся по казино «Морская звезда», направление северное, код 1. Юнит 2, движемся по району Old Ventura Strip, направление запад, код 1. Юнит 1, движемся по Старовентурское шоссе, сменили на западное, движемся в восточном радиусе, западное направление, код 1. Юнит 2, движемся по главной дороге города Лас-Вентураса, направление южное, код... Юнит 1, движемся по западному радиусу, направление южное, код 1. Юнит 2, движемся по району The Camel Store, справа от нас большая пирамида, слева от нас парковка, направление восток. Юнит 1, движемся по западному радиусу, направление северное, сменили направление на восточное, код 1. Юнит 2, также движемся по району The Camel Store, на этот раз направление южное. Юнит 1, движемся по западному радстанцу, движемся по золотой, восточному радстанцу, восточное направление, код 1. Юнит 2, движемся по району The Camel Store, направление запад, код 1.
Движемся, юнит 1, движемся по центральному шоссе города Лас-Вентураса, направление южное, код 1. Юнит 2, заезжаем на южный Юлиус, движемся... Блин, юнит 2, движемся по южному Юлиусу, направление запад, код 1. Юнит 1, движемся по центральному шоссе города Лас-Вентураса, код 1155, это снова эта же машина. Срочно, требуется срочная помощь. Понял, снова использовал магию. Снова этот иллюзионист. Именно тот же, который использовал магию 5 минут назад. Код 1155. Синяя... Код 1155. Блин. Ладно, каждый ловит своего. Так, код 1155. Центральное шоссе города Лас-Вентурас, встречная полоса. Криста был. Хорошо, из-за... Юнит 2, код 1155, мы движемся по 26-му хайвею, нарушители и иллюзионисты. Исчез. Вы, у вас там был код 1155? Код 1155, казино 4 дракона, встречная полоса. Кристобал пит стоп. Восток. Трафик стоп. Центральная казино 4 дракона. Казино 4 дракона. Прямо вернитесь на. Вы нас увидите. Прямо возле казино 4 дракона. Код 10-4, видим. Кристобал, трафик стоп. Кристобал, трафик стоп. Медик? Именно. Кристобал, вот трафик стоп. Присядь, пожалуйста, за водительское место. Двигался без спецсигналов по встречной полосе. Через вы тут справитесь, да? Сделал, ну как, справимся. Штраф мы не сможем выписать. Тогда мой напарник сможет. Мы вас ожидали, чтобы вы это сделали. Он... Вы тут справитесь с ним? Да-да, мы справились. Энзо, скажи, какие статьи он нарушил, и садись в автомобиль. Этих двух таксистов, одного из них. Принял. Смотрите, код 14. Код 14. Код 14. Юнит 1, код 14. Код 1155. Видели нарушителя, уже не видим. Код 14. Вот-вот-вот, сзади. Код 1155. Энза, в машину сядь. Движемся по центральному шоссе Лас-Вентураса, сменили по южное направление, сменили направление на северное, центральное шоссе города Лас-Вентураса. Сменили направление на западное, движемся по автостраде имени Юлиуса. Западное направление. Выехал на встречную полосу, нарушитель едет в территорию города Лос-Сантоса. Движется по 25-му хайвею. Код 5. Мы пытаемся его догнать. Дом движется по-прежнему по 25-му хайвею. Нарушитель госномера. Сейчас мы его скажем. Кристобал, в чем дело? Код, движемся по туманному... Движемся по туманному округу, не можем его догнать. Пытаемся по 25-му хайвею. Въехали уже в территорию юрисдикции города Лос-Сантоса. Госномера 582. Повторяю, госномера 582. Кэбби 582. Движемся по Лос-Сантосу, центр Лос-Сантоса. Темпл Драйв, западное направление. По правую руку у нас Вайнвудс, теперь заправка, движемся в запад, Temple Drive.
Объявил его в рот. Движемся по Вайнвуду, сменили направление на южное, движемся по Родео Драйв. Движемся по Родео Драйв, южное направление. Сменили направление, движемся по причалу, сменили направление на восточное. Движемся по причалу, по-прежнему восточное направление. Скорее всего, преступник будет ехать к мэрии города Лос-Сантоса. Нет, он сменил направление. Мы двигались по пляжу Вероны. Он сменил направление на северное, снова сменил направление на восточное, движется по-прежнему к мэрии Лос-Сантоса. Сменил направление по пляжу Вероны, сменил направление на северное, движемся на север по пляжу Вероны. Находимся в районе Маркет, движемся на западное направление, код 5. Снова сменили на южное направление, нарушитель движется по кругу, нарушитель был немного поврежден. Ему помогает 588 госномера. За соучастие его можно тоже объявить. Преступник перевернулся, повторяю, преступник перевернулся рядом с коммерческим районом. Нет, он загорелся. Пеший патруль, преступник использовал магию и был за это наказан. Снимите рост, пожалуйста. Мы не можем это сделать. Это к вам. Рэм, скажи ты, чтобы сняли розыск жетону 588 по ошибке выдал. Код 14, возвращаемся в город Лас-Вентурас. Юнит 1, код 1. Движемся по району Маркет, северное направление. По-прежнему возвращаемся в город Лас-Вентурас. Код 1. Юнит 2, движемся по району Маркет, направление север, код 1. Юнит 1, код 1-3, заедем починиться. Юнит 2, код 1-3, также заедем починиться. User disconnected from your channel. Из нашей рации вышел один офицер. Энза механик. Юнит 2. Юнит 2, код 14. Юнит 1, извиняюсь, юнит 1, код 14. Юнит 2, движется по району Темпл. Направление восток. Код 1. Юнит 1, движемся по Temple Drive. Направление восточное, код 1. Юнит 2, движемся по 25-му хайвею. Направление север, код 1. Юнит 1, центральный Махалонский перекресток. Движемся в сторону 25-го хайвея по встречной полосе. Юнит 2, движемся по 20... Юнит 2, движемся по 25-му хайвею, направление север. Юнит 1, движемся по 25-му хайвею Интерстейт, туманном округе, направление северное, код 1. Юнит 2, код 1.3, причина заправка. Юнит 1, мост Марко, движемся по 25-му хайвею, в северном направлении. Код 1. Юнит 2, код 1.3, причина. 10.4, код Юнит 1, код 1, движемся по центральному шоссе, код 1. Юнит 2, код 14, движемся по району Комалот. Направление восток, код 1. Юнит 1, движемся по центральному шоссе города Лас-Вентурас. Направление северное, код 1.
Юнит 2, движемся по Южному Юлиусу, плавно меняем свое направление на север. Сейчас будем ехать по Восточному Юлиусу, повторяя направление север, код 1. Код Юнит 1, Юнит 1, движемся по центральному шоссе по-прежнему в северном направлении, код 1. Юнит 2, движемся по Восточному Юлиусу, направление север, код 1. Юнит 1, казино Изумрудный остров, направление западное, плавно сменили направление на южное, движемся по центральному шоссе города Лас-Вентураса, код 1. Юнит 2, плавно меняю направление с севера на запад, сейчас выезжаем с автострады Восточный Юлиус, заехали на автостраде Северный Юлиус, повторяю направление запад, код 1. Юнит 1, движемся по центральному шоссе города Лас-Вентурас, направление юг, код 1. Юнит 2, движемся по северной автостраде. Код 1155, код 1155, центральное шоссе города Лас-Вентурас. Двое афроамериканцев начали перестрелку. Юнит 2, код 10. Продолжите еще один раз. Казино 4 дракона, казино 4 дракона, преступник зашел в казино. Код 14. Юнит 1. Юнит 1, движемся по центральному шоссе в южном направлении, код 1. Юнит 1, движемся по центральному шоссе, сменили направление на северное, код 1. Юнит 2, движемся по 26-му хайвею, справа от нас шахта, направление запад, код. Юнит 1, центральное шоссе города Лас-Вентураса, направление по-прежнему северное. Сейчас будем поворачивать на восточное. Код 1. Юнит 2, движемся по 13-му хайвею, возле деревни Форт Карсон, возле Тира, код 1. Юнит 1, движемся. Юнит 2, код 1155, видим нарушителя, он едет по 13 шоссе, по 13 шоссе возле деревни Форт Карсон, съехал с нее, едет под мостом, сейчас заезжает на 25 шоссе, направление восток, будем двигаться к шахте, нет, сменил свое направление, развернулся на 180 градусов, опять развернулся на 180 градусов. Сейчас он заезжает на 26-й хайвей, направление восток, будем двигаться к шахте, нарушитель на все, нарушитель не подчиняется и не останавливается, повторяю, мы двигаемся по 26-му хайвею, слева от нас шахта, проезжаем шахту, нарушитель также не останавливается, сейчас я подъеду и узнаю его госномер. Повторяю, мы двигаемся по 26-му хайвею в направлении восток. Сейчас будем заезжать на Южный Юлиус. Госномера 628. Повторяю, 628. Объявите в розыск за неподчинение и побег. Повторяю, госномера 628. Преступник двигается по Южному Юлиусу в направлении восток. Проехали там. Нет, он заехал на таможню ЛВ, врезался. У преступника дымится двигатель. Еще один удар такой. Преступник у нас иллюзионист, он ищет. Код 10-10-4. Код Юнит 1, код 14. Юнит 1, код 1. Движемся по южной автостраде имени Юлиаса. В западном направлении, код 1. Юнит 2, движемся по Золотой аллее, направление север. Юнит 1, движемся по Золотой аллее, 220, точнее 25-му хайвею, направление север, код 1. Юнит 2, код 1 и 3, причина, напарник вышел из машины, я не знаю. Кристобал, основание, едем дальше. Юнит 1, код, движемся по Золотой аллее имени Гарри, 25-й хайвей,
Они не парковались. Повернули на восточное... Извиняюсь. Повернули на восток в казино Визаж. Код 1. Линия 2, движемся по Золотой аллее, направление юг. Сейчас будем заезжать на южную автостраду имени Юлиус, направление восток. Код 1. Q-Unit 1, движемся по центральному шоссе города Лас-Вентурас, направление южное, код 1. Юнит 2, движемся по южной автостраде имени Юлиус, направление восток. Юнит 1, код 1-11, видим двоих нарушителей, устроили гонку, движемся на восток. Двое нарушителей скрылись. Код 14. Беру координаты на себя, преступники двигаются по восточному Юлиусу, направление север. Преступники на марке, на автомобиле марки Elegy, оба, один белого цвета, другой фиолетового. Преступники не отвечают на наши требования, они не останавливаются. Повторяю, они двигаются по восточному Юлиусу, направление север. Сейчас плавно будем менять направление на запад, будем двигаться по северному Юлиусу, повторяю, направление запад, будем проезжать мэрию, слева от нас мэрия, сейчас будем проезжать полицейский департамент города Лас-Вентурас, все слева от нас полицейский департамент города Лас-Вентураса, я беру белого, вы попробуйте взять и черного. Повторяю, преступники двигаются по северному Юлиусу, направление запад, пока что нет изменений, они двигаются по встречке, а точнее по правой стороне встречные полосы. Плавно меняем свое направление на юг, сейчас будем заезжать в западную автостраде имени Юлиус. Направление юг, сейчас скоро справа от нас будет военкомат. Беру фиолетового, подрезаю его, фиолетовый мой. Берите белого. Берем. Продолжаем. Преступник остановился. Мы его исполнили. Он использовал маневр, он выехал. Мой преступник едет по западному Юлиусу, направление юг. Преступник также не реагирует и не подчиняется. Плавно меняем свое направление на восток, будем заезжать на южный Юлиус, направление восток. Сейчас будем подъезжать к таможне города Лас-Вентураса. Справа от нас сейчас будет таможня. Мы с нарушителем едем по своей полосе. Нам помешал сотрудник мэрии, нам он мешает. Мы бьем его за соучастие. Кристобал. Двигается по южному... Извиняюсь, продолжайте. Боже мой, что это за дебил? Берем вот этого за соучастие, он им помог. Кристобал, трафик, стоп. Объявить его в рост за соучастие, потому что он видел, что у нас сирены. Кристобал, трафик, стоп. Положить, что мы... Сзади, Кристобал. Кристобал, трафик стоп, подучите. Он мог предположить, что мы ведем погоню. Также он увидел нарушителей, и он специально нас подрезал. Так что я думаю, мы имеем право объявить его в розыск за Сочи. Имеете право. К Юнит 1, код 1-3. Нам срочно требуется подзаправка. Объявляю в розыск. Преступник у нас иллюзионист испарился. У кого был видеорегистратор? У меня все было, все, не беспокойтесь. Юнит 1, код 1-3. Код 1-3, требуется подзаправка. Юнит 2, движется по южному Юлиусу, направление восток. Боже мой, водители. Города не знают. Куда вот им в патруль? Ладно. Хотя едем нормально. Юнит 1, код 1-3. Все по-прежнему. Движемся к Лас-Вентурас полицейскому департаменту, чтобы заправиться. Водитель решил, что топливо там лучше, чем возле казино 4 дракона.
Юнит один, прием, как слышите? Юнит один, слышу хорошо. Юнит один, готов помочь в патрулировании, нахожусь на верхнем гараже. Мы вас заберем. Мы вас заберем, потому что в Юните один вроде уже три пассажира. То есть принято, ожидаю вас. Принято. У Юнита один, два пассажира. Один пассажир, точнее. Принято, ожидаю. Так. Юнита два, мы подъехали. Вижу вас. Ожидайте. Юнит 2, уйдите с проезжей части. Юнит 1, код 14, возвращаемся в патруль, в обычный режим. Движемся по казино Изумрудный остров, направление восточное. Код 1. Юнит 2, код 1-3, причина, меняем автомобиль. Юнит 1, код, движемся по казино, по центральному шоссе города Лас-Вентураса в южном направлении, код 1. Юнит 2, код 1-1. Юнит 1, движемся по центральному шоссе города Лас-Вентураса, направление южное, код 1. Юнит 2, движемся по району Рока Эскаланте, направление север, код. Юнит 1, мы заметили этих двоих нарушителей. Код 1155. Код 1155, южная автострада имени Юлиаса. Код 5. Код 5, повторяю. Направление. Направление западное. Направление западное. Движемся на 226-й хайвей. Их снова двое. Юнит 2, мы код 10-4, мы движемся по северному Юлиусу, попробуем их перехватить. Скажите полосу. Южная автострада имени Юлиуса, срочно. Возле... Сменили направление на север, 25-й хайвей. Золотая аллея имени Гарри. К нам подключились федералы. Движемся по 25-му хайвею, преступник слишком быстро. Слишком быстро. Код 14. Код 14. Мы не сможем. Юнит 2, 10. Юнит 1, казино Визадж. Движемся в восточное направление. Главное, меняю направление на южное. Код 1. Юнит 2, код 1155. Видим преступников. Они двигаются по северной автостраде имени Юлиус. Сейчас справа от нас будет полицейский департамент. Подрезали белого. Вроде сумели его как-нибудь остановить, он продолжает свои движения по северной автостраде имени Юлиус. Справа от нас мэрия. Сейчас плавно меняем направление на юг и будем переходить на восточной автостраде имени Юлиус. Нарушитель на белом Элоде едет по встречке, другой едет по своей полосе. Они быстрые и немножко отдаляются. Повторяю, мы едем по восточному Юлиусу, направление юг, справа от нас район... Беру координацию на себя, движемся по восточному Юлиусу, южное направление. Два нарушителя двигаются по двум разным полосам. Нам пытаются помочь. Нет, нам не пытаются помочь. Они при этом еще пытаются нарушить все правила дорожного движения. Берите координацию на себя. Пини-2 взял координацию на себя, движемся по южному Юлиусу, направление запад, справа от нас... Казино 4 дракона, проехали казино 4 дракона, слева от нас сейчас таможня, проехали таможню, повторяю, нарушители на автомобиле марки Elegy потерял их. Код 10-4, код 14, движемся, юнит 1, движемся по центральному шоссе города Лас-Вентураса, код 1. На северное направление, код 1, извиняюсь. Юнит 2, движемся по 26-му хайвею, справа от нас шахта. Направление запад. Юнит 1, движемся по центральному шоссе города Лас-Вентураса. Направление северное, код 1. Юнит 2, снова видим нарушителей. Они двигаются по 26-му хайвею.
Справа от нас деревня Форт Карсон, также 13-е шоссе. Они развернулись на 180 градусов. Один из них, другой тоже сейчас разворачивается. Повторяю, они двигаются по 26-му хайвею. Они едут к деревне Форт Карсон по 13-му шоссе, съехали с 13-е шоссе. Сейчас заехали на 20-е шоссе. Двигаемся по 20-му шоссе. Преступники заехали в деревню Форт Карсон, направление север. Сменили свое направление на восток. Повторяю, деревня Форт Карсон. Они вроде бы остановились. Да, они остановились. Сейчас подойду к ним. А, нет, они починились. Повторяю, деревня Форт Карсон, направление восток. Мы вроде остановили белого, но он сопротивляется. Он освободился, едет на восток по деревне Форт Карсон. Повторяю, деревня Форт Карсон. Сейчас мы заезжаем на 7-е шоссе, меняем свое направление на юг. Слева от нас шахта, а точнее вход для дальнобойщиков на шахту. Сейчас мы проезжаем шахту. Заехали на 26-е хайвей. Слева от нас шахта. Фиолетовый преступник остановился. Код 10-4. Пытаемся... Водитель он, не знает дороги. Он дает задний. Нет, они заново поехали. Повторяю, 26-й хайвей. Слева от нас шахта, направление восток. Будем двигаться к Blackfield Intersection, а потом уже посмотрим. Повторяю, нарушители на машине Элоги. Одна фиолетовая, одна белая. Да, мы заезжаем на южную... Мы заезжаем на автостраду... На автостраду Юлиус. Южная... потерял преступника из виду. Последний раз они были замечены. Последний раз... А, вот, все, вижу их. Они на автостраде имени Юлиус, слева от нас казино 4 дракона. Они продолжают не подчиняться и ехать по южной автостраде имени Юлиус. Код Юнит 1, беру координирование на себя. Южный от восточный Рокшир, движемся по восточному Рокширсу. Восточная автостраде имени Юлиуса, движемся на север. Двое нарушителей едут по двум полосам своей полосы. Движемся по-прежнему по восточной автостраде имени Юлиуса, по 226-му хайвею, все направления. Они потихоньку скрываются из виду, мы их не можем догнать. Они остановились, один преступник остановился. Мы подрезали одного, взяли в... Трафик стоп. Развернулся на 180 градусов, на 90 градусов, едем обратно. Движемся по восточной автостраде имени Юлиуса. Движемся по южной автостраде имени Юлиуса на юг. Преступник скрылся, мы потеряли его из виду. Код 14. Последний раз... Мы его видим. Нет, он тоже скрылся. Последний раз он двигался по восточной автостраде имени Юлиус, направление юг, и плавно менял свое направление на запад по южной автостраде имени Юлиус. Предполагаю, что они будут ехать прямо до таможни ЛВ. А, вот, все, вижу их. Они на южной автостраде имени Юлиус двигаются к казино 4 дракона. Подрезаю фиолетового. Отлично. Фиолетового подрезал. Берем его. Автомобиль преступник в критическом... двигается обратно. Код 1-3. Координирование на себя. Автомобиль взорван. Преступники двигаются по восточному Юлиусу, направление север. Я продолжаю их преследовать, потому что рано или поздно у них бензин закончится. Повторяю, нарушители не подчиняются, и у них очень быстрые автомобили. Подрезаю фиолетового заново. Сделали круг на 360 градусов, опять начали ехать на север, повторяю, по южной... Нет, по восточной автостраде имени Юлиус. Слева от нас район Old Ventura Strip. Справа от нас сейчас будет завод КАСС. Слева от нас сейчас отель Рок. Подрезал фиолетового, справа от нас отель Рок, справа от меня отель Рок, слева от него отель Рок тоже. Диспетчер, прошу разрешения на открытие огня по колесам. Разрешаю. Поймал белого, он развернулся, белый развернулся. Ты
все сделал. Ёба. Что, простите? Мы брежем. Наш его машина загорелась, и он не успел выйти и взорвался. Юнит 2, код 14. Юнит 2, прошу за нами заехать на южную автостраду имени Юлиаса. Мы находимся недалеко от Кем-Элот. Стоим, можно сказать, недалеко от жилых кварталов, рядом с казино 4 дракона. Южная автострада имени Юлиаса. Юнит 2, код 10-4, едем. Сейчас мы будем ехать по Золотой аллее, если сможешь как-то встретить нас. Юнит 2. Сколько мы гонялись за ними? Они нам давали фору, но они просто нас нами не игрались. Нет, я имел в виду, мы забыли их объявить в розыск. Вы видели их госномера? Да, мы вроде да, много раз проезжали рядом. Да, у меня есть видеорегистратор, сейчас могу вынуть кассету, пересмотреть и сказать вам их госномера. Уже поздно. Юнит 2, мы видим вас. Повторите еще один раз. Говорю, нет. У меня есть видеорегистратор, могу вынуть кассету, пересмотреть запись и сказать вам госномера. Я нахожусь в районе Камелстоя, рядом со мной большая пирамида. Скажите еще один раз ваше местоположение. Южная автострада имени Юлиаса, недалеко от Кем-Элот и Рокшир-Вест. Ист, точнее, Ист, извиняюсь. Все, код 104, видим вас. Юнит 1. Юнит 1. Код 1-3. Код 1-3 требуется автомобиль. Возвращаемся в гараж. Юнит 2, я так понимаю, я из-за вас ответил. Да. Так, вы это видели? Не будем ловить нарушителя, так как мы в четырех машине. Можем увидеть его госномера и объявить в розыск. Хотя причины не было. 4-5-9, но мы не приказывали ему остановиться. Хотя можете попробовать приказать остановиться, может быть, он пойдет с нами на разговор. Нет, он не идет на разговор. 1-1 АК. Так. Неподчинение. Двигайте за ними, я возьму патрульный автомобиль. Код 104. Куда ты выпрыгнул? Куда ты? Блин, все, короче, потеряли преступника. Мы тоже меняем автомобиль. Кристобел, ты же это. Ты не со мной. Юнит 1, код 14. Выезжаем из гаража. Код 1-1. Движемся. Юнит 1. Юнит 2. Да, Юнит 2. Код 1. Юнит 1. Движемся по центральному шоссе города Лас-Вентураса в южном направлении. Код 1. Юнит 2. Также движемся по центральному шоссе города Лас-Вентураса в направлении юг. Код 1. Юнит 1, код 155, мы заметили того нарушителя, которого мы видели при поездке в гараж. Кристобал, в мегафон. Проезжаем по центральному шоссе города Лас-Вентурас, по правую руку от нас казино 4 дракона, движемся в южное направление. Меняем направление на западное, преступник движется по встречной полосе, в западном направлении, 226-му хайвею.
преступника. Вы его объявили в розыск? Нет, напарника вы его объявили в розыск. Движемся по 25-му хайвею, движемся в южном направлении к городу Лос-Сантос. Проезжаем между Приган Интерсепшн, движемся в Лос-Сантос, Туманный округ. Так, переехали перекресток Монгомери, по-прежнему движемся в Лос-Сантос. По 25-му хайвею, южное направление. Преступник был объявлен, объявлен в розыск. Так, движемся по-прежнему за ним. Направление южное. Скорее всего, преступник поедет на запад. Да, преступник движется к западу. Мы пытаемся подрезать его. В итоге подрезаю я сам. Берите координацию на себя. Да нет, я тоже встал, врезался. Код 104, пытаюсь догнать его. Так, движусь по центру, по Temple Drive. Если у нас не получится его догнать, возвращаемся в город Лас-Вентурас. Мы его потеряли. Код 14, движемся в Лос-Сантос. Резкий разворот сделал. Так, продолжаем двигаться в Лос-Сантос по Вайнвуду. Направление восточное. Юнит 2, движемся по району Вайнвуд, направление восток, движемся в город Лас-Вентурас, код 1. Юнит 1, Temple Drive, проехали мимо центра Лос-Сантоса, заехали в Махаландский перекресток и движемся в северном направлении, в город Лас-Вентурас. Юнит 2, район Temple, направление восток. Сейчас плавно будем менять свое направление на север, к городу Лас-Вентурас, код 1. Юнит 1, движемся по Туманному округу, 25-й хайвей, в северное направление, по-прежнему движемся в город Лас-Вентурас. Код 1. Юнит 2, движемся по 25-му хайвею, направление север, движемся к городу Лас-Вентурас. Код 1. Юнит 1, движемся по 25-му хайвею, мост Мака, движемся на север, код 1. Юнит 2, движемся также по 25-му хайвею, подъезжаем к таможне ЛВ. Код 1155, видим нарушителя, движемся по 25-му хайвею, казино «Розовый клюв». Преступник на джипе, за ними гонятся федеральные, федералы в общем. Движемся на, по южной автостраде имени Юлиаса в восточное направление. Код 104, вижу. По-прежнему движемся за ним по южной автостраде имени Юлиаса, в восточном направлении. Машина пытается сделать маневр подрезания. Машина развернулась на 90 градусов, движется в южной автостраде имени Юлиаса. Так, движемся по... Берите направление на себя. Координацию. Беру координацию на себя. Движемся по району Декамов 100, направление запад. Справа от нас пирамида, слева от нас большой замок. Едем по тротуару. Сменили свое направление на север. Едем по главной дороге города Лас-Вентураса. Заехали по встречке, сменили свое направление на запад. По району The Hike Roller. Юнит 2, код 1.3, причина упали в двух. Юнит 1, код 10.4, видим его, продолжаем за ним погоню. Движемся по Золотой аллее имени Гарри в северном направлении, по 25-му хайвею. Преступник подрезан, по нему открыли огонь, преступник на автомобиле, наверное, знаки номер 9, он использовал магию. Так. Юнит 2, код 1.3, находимся возле... отели пиратов, вы сможете нас забрать. Код 10.9. Едем за вами. 10.9 это отрицательно. Извиняюсь. Аж заговорился, извините. Так, движемся в гараж, код 1.3. Сегодня я на видеорегистратор заснял 4 людей, которые используют магию. Как вы думаете, это оценят? Вы это видели? Я думаю, да. Нет. Потому что
Ну вы это видите. Я думаю, да, потому что все-таки вы смогли их остановить, и то, что они использовали магию, это означает, что они были в ситуации, где без нее вы бы их посадили. Я думаю, Сенат Штата в этом разберется. Что ж, Юнит 2, спасибо. Юнит 1, код 14. Юнит 2. Код 14. Движемся по казино Изумрудный остров в западном направлении. Юнит 1, код 1-3. Движемся в сторону механиков. Решили сменить покрышки. Юнит 2, код 1-1. Юнит 1, код 14, движемся по восточному Редсанцу, направление западное. Сменили направление на южное, код 1. Юнит 2, движемся по центральной дороге города Лас-Вентурас, южное направление, справа от нас отель Визаж, код 1. Юнит 1, движемся по Старо-Вентурскому шоссе, проезжаем на восток. На восток тут какая-то непонятная, очень много машин и людей в масках недалеко от Островенского шоссе. Нужна подмога? Нет. Юнит 2, 10-4, едем к вам. Юнит 1, код 1155, номерные знаки автомобиля 184, не останавливается, водитель... такси. Он нас везет к этим вооруженным людям. Код 1, так, наверное, знаки 184. Я не решился туда ехать. Объявить его в розыск за оскорбление офицера. 4. Повторите номерные знаки. 184. Повторяю, 184. Так, код 14, движемся по казино, по району казино Калигула в восточном направлении. Код 1. А таксист не подчинился? Нет, не подчинился, оскорбил. Я уже выдал розыск за неподчинение. Видим нарушителя. Юнит 1, движемся по код 1155, движемся по Старовентурскому шоссе в западное направление. Сменили направление на западное, движемся за этим нарушителем. Заехали на центральное шоссе города Лас-Вентураса, движемся именно по нему в южном направлении. Преступнику Кристобал, объявите в микрофон то, чтобы он остановился. Выехали на встречную полосу, снова сменили полосу на нашу, снова на встречную. Преступник движется по встречной полосе. Номерные знаки 184, повторяю, номерные знаки 184. Преступника подрезали мы, он продолжает движение на юг. Мы гонимся за ним, по правой руку от нас сейчас будет казино 4 дракона. Мы его подрезаем. Преступник был подрезан, сменили направление на 180 градусов, снова на 90 градусов, движемся на юг по центральному шоссе города Лас-Вентурас, по-прежнему возле казино 4 дракона. Преступник не подчиняется, еще несколько таких ударов, и преступник будет, его автомобиль будет полностью разбит. Движемся по южной автостраде имени Юлиаса в западном направлении, в 226 шоссе. Выехали на встречную полосу, берите координацию на себя. Юнит 2 подрезал нарушителя очень жестко. Юнит... Он продолжает двигаться. Он меняет направление на запад, сейчас он направляется к 26-му хайвею. Справа от нас сейчас будет шахта. Берите координацию на себя. Преступник потерял свой автомобиль и использовал магию. Всем юнитам код 14. Номерные знаки 184 были? Право нашел. Как? Еще раз. Прошу прощения.
Номерные... Номерные знаки какие были, вы не помните? Нет. Видео никак нет. Кто его объявлял в розыск? Вы точно не помните? А, точно помню. Нет. Вспомнил. 184 номерные знаки. Понял. Так, надеюсь, этот иллюзионист будет наказан. Напишем на него апелляцию в Ховардс. И я хочу вам сообщить, Юнит 2, то, что наша смена подошла к концу. Код 1.3, возвращаемся на базу. Код 10.4. Надеюсь, все нарушители, которые использовали магию вне Хогвартса, будут наказаны. Все будет. Все будет. По крайней мере, видеорегистраторы все зафиксировал. По крайней мере. Поэтому, возможно, они будут наказаны. Подъезжаем по центральному шоссе к базе, точнее, к офису. Сейчас припаркуем автомобиль и пойдем кушать пончики. Юнит 2, приятно было работать. Выключаю спецрацию. Юнит 2, нам также. Юнит 1, извините, я. Фух. Это было тяжело.